Так, всем привет. Вот пум 500, который у меня давно стоит с лета. Значит, попросили сделать гидравлическую систему, исправить. Но там старые распределители были негожие совсем. Пришлось всю гидравлику выкидывать. Всю выкинули гидравлику, поставили распределители R80. Вот новые. Вот, пришлось их, не едут они, пришлось их расточить. Вот, фильтр оставили. Фильтр вообще был до того. В общем, открыл фильтр, там железяка одна валялась, и все, даже фильтр не было. Ну, ушатанный он был в хлам. Вот, рычаги подделали, переделали, гидравлику. Не мог он долго поехать, потому что была неполадка. Сначала с топливным насосом, топливный насос мастер тут сделал наш местный, ни хрена он не пошел. Вот, потом головки меняли, потом топливный сняли, опять в Воронеж отвезли. В общем, заменили, но зажигание еще, я так понимаю, до конца не выставили, нужен специалист. Ну, проверили гидравлику, едет он нормально. Значит, кто знает пум 500, как ездить новый, повернуть на нем, ну просто нереально. Сами, у кого есть пум 500, у кого было, они знают. Вот сейчас я покажу, что мы исправили. Сейчас заведем и покажем. Заводи, Андрюх. Ага. Еще надо эту кнопку массы поставить и на руль. То есть не на руль, а вот сюда на замок зажигания провод вывести. Ну, привезли его полностью ушатанный. Давай!
Беларуси? 514? Да. Набивай. Ага, вот. Видели, да, как он ездит? Теперь осталось вот сейчас массу поставить, провод туда вывести. И все. И все нормально, можно его отправлять. Наконец-то. Пускай едет, работает дальше. Ну все, всем пока.